Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и специальный самолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна. По предварительным данным, на борту самолета находилось 28 человек, 6 членов экипажа и 21 пассажир. Из них двое детей до 12 лет.